Вот это инкам. Так, интересно теперь. Пофиксили ли в Repentance, что во время получения урода можно просто нажать пробел и получить бесплатные деньги? Потому что урон ты уже получил. Интересно, у меня с минус один лаком, вот так вот монетки падают просто. Падают, и все. HP и damage up, speed down. Нормально. Small price of $1,000,000. Ну, если я не найду две монетки, то мне по-любому надо покупать ключ, если не найду ключ. Poison shots. Ох, какой снайперский был просто выстрел, вау. Так мило в одном сундуке ловить другой сундук. Жалко, что они не бесконечные. Ну типа, самый маленький сундук и там самый маленький айтем какой-нибудь. Чего все так классно вообще, прям вообще сильно, все прям просто ух, мощь просто ух. Это все потому, что я сказал, что раны сегодня будут просто прекрасные. Упс. Айзек. Нет, только не бердинг бейсмент. О, нет. Что мне делать? Я хочу направо. Нифига, это было правильное направление. Ничего, баленько, все, отойди от меня, нечисть. Ну чё, где мой ключ? Кто заныкал ключ? Признавайтесь. М? Тут ключ? Но это не ключ. Bombs are key. Отвратительно. Я все равно не собирался получать урон, поэтому какая разница с другой стороны, ведь так? Ну, наверное, налево. Стоп, стоп, стоп.
Я уже по привычке с прошлого рана нажимаю один раз налево и отпускаю кнопку. Нет! Удалил. Ну вот. А так все хорошо начиналось. О! Я слышал этот звон металла по полу. Уф, просто уф. Ну что за буллинг? Уф, просто еще один звон. Так, ну что, босса я так пройду, наверное, если это не паук. Сэмпай? Как так-то? Как от этого босса можно было урон получить? Хе-хе, изи-изи, дьявольская комната, но нет. Просто нет. А на самом деле, нужна ли мне комната с айтемом? Это теперь планетариум ран. Я по-любому получу планетариум. 100% инфа. Поэтому скипаем комнату с планетариумом, скипаем магазин, потому что нету денег. Уф. Деньги? Уф, господи, как я хорош. Уф, вы гляньте на это. Pure skill. Это что за бригада вылезла? Ведь у вас что так много заспавнилось? Ну, камон. Блин. Ну, дяди. Ну, дяди. Ненавижу вас. Ладно, это не помешает мне преодолеть все превратности судьбы. Опа, чирик. Из разрушенных грибов... могут вываливаться грибы. Хорошо. Интересно, есть какая-нибудь херня за то, что ты собрал 3 гриба? Типа, уютный лесник. Так, я точно помню, что желтый браслет — это самый useless item на планете Земля. Воспоминания о том, как я его купил, очень ярко еще в моей голове. Меня просто наскамили на 15.
Так, ну чё, как насчет того, чтобы дать мне побольше сал сердец? Я не там бомбу поставил. Ну ладно. Ты чё? Ладно, давай до свидания на созвоне, короче. У меня ран с планетариумом, и я не проверил всю комнату на этаже. О-о-о-о. Big Brain Strats. Ну? Значит, на этом этаже он точно есть. Да, блин. Что-то такая мощная, да? Да... это незаконно. Я обращусь в полицию и СК. Кстати, о том, что будут в будущем магазины, на которые мне нужны монетки, я не подумал, когда использовал все бомбы. Я не знаю его паттернов атаки. Вот это мне вообще непонятно. О, дюд вылез. Еще дюд вылез. Ага. Сейчас будет думать, да? Нет, дюд вылез. Так. Еще дюд вылез один. Еще один дюд вылез. Так. Еще. Ой, у него есть задний проход, откуда дюды могут вылезать. Ну, пожалуйста, дайте мне сделку с ангелом. Я хороший мальчик. Я не руидер. Как же так? Так, Judgment. Блин, я не помню, что делает Judgment. А, да. Блюдка призывает. Тебя даже взрывать смысла нету уже больше. Где мой планетариум? Я проскипал столько вещей. Да и блин. Наркоманская муха, остановись. Ужасно. И май бич. А, в смысле, еще одна тычка? Окей. Окей. Карточка, да? Еще один джаджмент. Может быть, их уже чисто по приколу взорвать?
Блин, не могу его закончить. Хорошо, что у них хп немного после респа. На слезы еще прикол. Для того, чтобы было персональное пространство. Да ничего, не может быть такого, что планетариум не заспавнился, да? Можно, пожалуйста, больше не будет таких комнат, где я буду по фану получать дамаг? Придумать какую-то шутку про неуязвимость. Нету. Я помню, по-моему, в магазе было Soul Сердце. Да. И сейчас здесь будет Steam Sale, я такой, ну, понятно. Steam Sale не было, ну, понятно. Раз, два, да, окей, хватает. It's judgment. Окей. О! Добрый день. Ну что это за ксёк, гадюшу, говоришь? Я имел в виду, какой замечательный планетариум айтем. Я так рад, то, что я пропустил одну комнату с айтемом. Для того, чтобы получить полное представление о том, куда мне надо перемещаться, чтобы драться с боссом. И после убийства босса получать на этаже плюшки. Это была лучшая инвестиция в будущее. Excuse me? Спиздили ключ у меня из кармана буквально. Отошел. Отойди, отошел. И это все минус один лаг происходит, между прочим. Звуки сладкие ключа, но, пожалуй, пойду я уже. Да. А, так они еще и когда ударяются об стену, там получают урон. Ага. А что происходит? Ловушка. Изи. Изи. Ох, просто слови пятюню, братюня. Давай, давай. И это Hellbound. Это Bad Trip. В принципе, даже хуже, чем Hellbound. В данной конкретной ситуации. Так, надо не забывать, что у него есть горизонтальный бримстоун, сульфур.
Да, блин. Он смеется над моим уроном, а я смеюсь над дизайном. Да, давайте у монстра будет ХП, как... Я не знаю. Мне кажется, там просто циферку перепутали, когда такие думали... Эй, сколько ХП надо ставить монстру? Чисто босс для того, чтобы... Ты охерел. Я охерел. Я могу драться с ним хоть целый день. Но нет. Рано или поздно я получу таки тычку от чего-нибудь. И все, прощай, сделка. Но я был хороший мальчик, может быть, 1% прокнет? Fuck me. Ну и... До свидания. Фотка, короче, анонимусов. Кайф. Ну давай подходи уже. Просто доджи его ИРЛ, чтобы он по мне точно не попал. Ведь известно, известный факт, что для того, чтобы в тебя в игре не попали, ты должен задоджить врага ИРЛ. Я вообще не знаю, что мне сейчас дает то, что у меня будет сделка Lucky Penny. Ведь не может левел заворачивать в ту сторону. Ведь не может же, да, быть такого, да? Наверное, наверх все-таки. Сука. Вы чё? Да как так-то? Блять, в пизду. Да пошли вы нахер. Я в тилте. Как я должен был это убивать вообще? Explain? Просто злость наполняет мои вены. Сука. Сука. Не успел на бусраж. Еще и комната огромная просто. А что, тут смысл в том, что их надо забайтить на спайки, что ли? Нет, они не байтятся на спайки. Почти. Почти. Ладно, я уже так убил. Монетка. Фрой, когда будет монетка? Ты обещал монетку сделать. Монетку.
Вот я сделал вам монетку. Наслаждайтесь. Уф, просто удален. До свидания. Было приятно с вами пообщаться. Что еще эта игра преподнесет мне такого, что его, чего я не знаю? Ладно, кстати, насчет планетариумского айтема, я пришлю свои извинения. Все прекрасно, прекрасный айтем, дает полный хил в конце левела. То, что нужно для того, чтобы успокоить свои нервы, если бы он мне еще ромашку в чай наливал. В кружку, в смысле. Ну, блять, и в чай тоже, ладно, можно. Я был бы еще более счастлив и рад. Пожалуйста, добавьте новое DLC, которое приносит ромашку, налитую в стакане. Домой, сразу. Да ну, блять! Movement. О, сука, эти сундуки, блять. О. Что ты такое? Как с тобой драться? Какие у тебя атаки? О! Не подходи, блядь! Все. Спокойствие. Все нормально. Все хорошо, все нормально. Все хорошо. Без паники. Что за паника? Кто разрешал паниковать вообще? Какие страшные враги, пипец. Да, блядь. Ой-ой-ой, это ошибка. В смысле, я хотел вам бомбу выдать, молодой человек, вы что? Нет, вам одной бомбы достаточно будет, тем не менее. Блин, не смог убить сердце. А, тут нету маски, тут есть только сердце. Так, да, окей. Блин, опять это страшное чучело. Оно еще и дерзкое. Да блять! Да ебаный в рот! Сколько вас? Да блять!
Бля, я... Fuck this shit. Так. Это была пипега. Бесконечно много хп только что стало. Отойди от меня, как я это задоджил. Ну, жалко, что я все равно попал это в итоге. Так, ну что ж, Ground Zero опять. Опять очень страшно жить. Очень страшно. Ну, сука. Ну, без бедствия, ладно. Так даже лучше, наверное. А, ну, без хп, без всего, нахуй. Да, да, ебать, зачем оно нужно? Как обидно, а? Как обидно, как обидно. Блять, нет, 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 нет! Все окей. What is this? Хм. Ну, я даже не знаю. Paralysis. Сейчас я быстро лузану, все в порядке. Все в порядке. Ну что ж, сердце закрыто на всех персонажах. Вот это да, на всех открытых персонажах. А Бесса не открыть не удалось, потому что...